К труду и обороне готов со школьной скамьи. Последние недели осталось у челнинских спортсменов до выступления на чемпионате республики по автомногоборью. Участникам предстоит продемонстрировать не только уровень владения автомобилем и знание правил дорожного движения, но обо всем по порядку. Подтягивания для мальчиков, отжимания для девочек, а также стрельба и сборка автомата. Это дисциплины, которые также регулярно входят в программу чемпионата по автомногоборью. Ведь здесь выявляют наиболее подготовленных к армии. Впрочем, среди участников есть и девочки. Для меня интереснее всего вождение, потому что, не знаю, мне нравится водить машину и стрельба, потому что, ну, это что-то необычное для меня. Слабым местом Яна, как и остальные спортсмены, считает теорию. Готовлюсь активно, каждый день повторяю правила, но делаю акцент на правилах. Попасть в пятерку лучших, которая будет представлять набережные Челны на республиканских соревнованиях, ребята смогли, победив на уровне города. Так, среди мальчиков лучшими стали Рафик Алиев, Илья Крутиков и Леонид Туголуков. Теперь им предстоит продолжить череду побед. У нас ребята занимаются автомобильным многоборьем, и ежегодно мы занимаем не ниже второго места в республике. Для этого мы самых лучших ребят отбираем со школ и проводим тренировки после уроков и свободное время воскресенья. Все условия для достойной подготовки созданы. В распоряжении ребят автомобили, автоматы, винтовки и преподаватели. Занятия проходят как в группах, так и индивидуально. Ну а покажут свое мастерство участники уже в первых числах апреля на чемпионате республики в Нур-Лате. Егор Орлов, Катерина Карцева, Дмитрий Кравченко, РНТВ, Набережные Челны.